Аграрии Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизельного топлива. По их словам, на заправках солярку отпускают с ограничениями. А ведь этот год для многих выдался на редкость урожайным. Руководителю одного из крупных хозяйств в Казугурском районе не хватило льготного дизельного топлива. Пришлось покупать по рыночной цене, которая неприятно удивила. Цены те, которые там говорят, что 230-280, такая цена, вообще близко нету, да, к этой цене. 450-500 тенге люди покупают. Тоже ограничено, тоже по чуть-чуть, там 200-300 литров вот так.